Необычный формат вступления видео. Всем привет, мои любители ностальгии. С вами, как всегда, я Ретротех. И, друзья, у меня сегодня вот что. Она наконец-то приехала спустя долгое время. Очередная посылка у нас на обзоре. Ребятушки, ну что же я могу сказать? Я ее ждал очень долго. Надеюсь, что и вы это оцените по заслугам. Поэтому сразу комментарий. Давайте лайк, подписочка. И, друзья, я, собственно, начинаю. Ну, конечно, друзья, ну как я, собственно, мог удержаться, потому что от получения посылки до момента, как я снимаю это видео, прошло несколько дней, ну и не вскрыть ее я просто не мог, потому что мое желание, мое любопытство было выше меня. Ну, давайте все-таки начнем. Вот я, собственно, разложил некоторые телефоны, ну, все, которые пришли, но на экране видно только некоторые. Поэтому сейчас я аккуратненько все это сдвигаю в бок. Вот сюда, вот влево. У меня здесь места, конечно, немного, но все же. Влево сдвинул, и давайте вот так вот даже чуть-чуть сюда выдвину, чтобы вы кое-что видели. И буду потихонечку вскрывать каждый телефон и будем смотреть. Ну что ж, давайте-ка начнем с Nokia 6720 Slide. Честно говоря, не знаю, почему ее так и назвали Nokia 6720. Она ничего общего с Nokia 67 не имеет. Но просто добавили Slide. Ну окей, это типа как 6520 и 6720 Slide. Там еще похоже. Но сравнивать 6720 и 6720 Slide нет. Итак, коробочка, ребята, кучу расцветок. Ну, конечно же, если я РТ, то я выбрал себе фиолетовый цвет. Окей, откладываем сюда, берем сам телефончик. Ну и давайте посмотрим. Блин, вы только посмотрите на эту красоту. Какой замечательный фиолетовый цвет. А? Ну это же просто сказка. В руках телефон лежит идеально. Ой. Ну что ж, давайте попробуем его включить. Я надеюсь, заряд у нас здесь какой-то есть. Да, есть. Телефон завибрировал. Есть, пошло мерцание. Nokia. И ждем включения. Есть. Ух ты. Вы на экране, наверное, видите это мерцание, потому что если смотреть на сам дисплей, его нету, а через экран камеры это передают. Окей, менюшечка. Галерея, камера. Давайте посмотрим, работает, не работает. Да. Так, все работает. Автофокус. Да, есть. Класс, очень крутой телефон, прям приятный на ощупь. Можно пленочку пока снимать не буду, это, конечно, защитная, там транспортировочная, под низу еще есть защитная, но трогать не буду. Ладно, вот такой вот интересный агрегатик пришел, давайте уберем его, изменить позже, неинтересно. Так, убираем и переходим к следующему варианту. А следующим вариантом, который бы я вам предложил посмотреть. Так, есть, отложили сюда. Давайте глянем Nokia 3220. Вот она у меня, красавица. Коробочку закрыли. Вот она. Блин, слушайте, ну реально как... Как будто здравствуй, мой 2004. Хороша, ой, хороша. Давайте пробовать на включение. О, есть. Ставьте сим-карту. Да, это старые Nokia с толстой зарядкой. Они еще у нас просят сим-карту. Ладно, сим-карту вставлять не будем. Выключим, поедем дальше. Тем более, что про каждый этот телефон более подробно обзор будет на канале. Так, коробочка. Все, я вам скажу, как будто так и надо было.
Так, следующий телефон Nokia 6303 Classic. Иди сюда. Классный аппарат. На замену пришел Nokia 6300. Кстати, она вот уже у меня здесь лежит, приехала. Ну, я вам скажу, что 6300 более интересный вариант, хотя в 6303 уже в некоторых версиях был Wi-Fi. Ну и дисплей, да не знаю, честно говоря, да, 6300 мне будет лично поинтересней. О, включилось. Ну, есть. Классный телефон. Очень интересно сделано, что клавиатура, она, знаете, вот эти вот кнопочки, они покрыты какой-то, видно, каким-то специальным составом, типа, в простонародье эпоксидка, но напоминающая керамику. Вот, и использовать вот этот вот интерфейс переключения между менюшками очень приятно. Так, галерея, видеоклипы какие-то есть, Nokia Mobi. Класс, классный аппаратик. Знаете, я вот скажу вам честно, очень долго я искал людей, те компанию, точнее, это, ну, не, это не компанию, это человек, который сможет мне поставлять телефоны в качестве ничуть не хуже того, который был именно в те года. По сути, это все те же самые оригинальные материалы. Единственное, что телефоны, конечно же, не сертифицированы. Вот, ну и выпускаются на заводах, которых уже, собственно, и нет. Вот, но вспомнить, подержать — это одно удовольствие. Так, ладно, давайте прячем, поехали дальше. Положили, коробочку закрыли. Едем дальше. Так, следующий, наверное, гигант. Достану вот такого вот красавца. Знаменитая картинка от Nokia. Много телефонов Nokia выпускалось именно вот в таких вот коробках. Но в данном случае, ну, я имею в виду в форме вот таких вот больших коробок. Но в данном случае картинка знаменательна тем, что все ее помнят, конечно же, по Nokia 6600. Так, как она у нас открывается? Как она у нас открывается? Вот так вот она у нас открывается. Есть. Nokia 6600. Иди сюда. Давайте посмотрим. Ой, какая красота! Какая красота! У меня, кстати, сейчас я вам покажу. Рядышком стоит такой же самый телефон, но из прошлого. Вот это вот в правой руке у меня полностью оригинал. В левой руке это у меня ревка. Ну, собственно, и где разница? Где? Знаете, мне ревка даже больше нравится. Понятно, что у меня чуть-чуть пошорканная. Вот здесь вот разница у нас в заднем стеклышке. И все. Окей, давайте включаем. Пока не буду включать полностью. Ага. Надо вот так вот сделать. Не, ну, коли уже достали, давайте по полной программе засунем симочку. И будем пробовать включать, посмотрим, что у нас здесь, собственно, есть. Приятный, очень приятный на ощупь. По качеству, ну, вообще, вот, реально не отличить. Качество есть. Вот тут маленький баг, видите, две черточки я уже вижу. Ну, ничего страшного. В моем вообще оригинале вот здесь вот пятна внутри.
Есть, конечно, старые дисплеи, к сожалению, найти их сейчас проблематично. Ну, ё-моё, ну реально, ну вот, как один в один. Мне даже вот этот слева нравится больше, чем тот, что справа. Так, ладно, убираем мой. Включаем, нас приветствует та же самая картиночка, ошибка регистрации симки, потому что у меня симка неактивная. И давайте немножечко посерфим по меню. Так, самое интересное, конечно, камера. Работает? Да. Работает. Работает. Засвет у девушки на лице получился. Давайте, я хочу без засвета ее сфоткать. Есть. Красота. Блин, слушайте, какой телефон, а? Какой телефон интересный. Это же просто булочка, котлетка. Ну, это кайф. Просто кайф. Кнопки нажимаются, все как и тогда. Ой, ладно, я уже жду поскорее подробный обзор на него. Выключаем. Аккумулятор. Достаем симочку, тоже на всякий случай достаем, может быть, она нам пригодится. Так, достану, потому что буду, собственно, его заряжать еще. Класс. Класс, класс, класс. Ребятушки, кстати, вот здесь вот у нас есть группа. Кого интересует какой-то из этих телефонов, пожалуйста, пишите мне. Ну и, собственно, все социальные сети мои вы тоже знаете. Везде все это есть. Так, есть, убрали. Мой оригинал ложим на место. Едем дальше. Следующим вариантом давайте, наверное, включим вот эту вот красоту, бздюшечку Nokia 5310 Express Music. Очень долго я с этим телефоном в свое время проходил. Он считается одним из лучших музыкальных телефонов вообще всех времен. Именно мы же говорим про кнопочные телефоны, да, мы не говорим сейчас ни про какие сенсорные, ничего. Так, ну и, собственно, давайте тоже посмотрим. У меня стоит здесь в коллекции мой родной. Ну и давайте сравним немножечко. Ну, во-первых, у меня он на кириллице. Все остальные отличия... Надпись Express Music. Единственная надпись Express Music. У меня под стеклом есть какой-то мусор. Ну и, собственно, стекло у меня уже двигается. Надо его заменить, навести порядок. Ну, а так... Вообще, ну вот... Прелесть. Реально прелесть. Все, я в восторге. Я не просто в восторге, я... Я очень рад, что я нашел этого человека, у которого есть, скажем так, подвязки, возможности радовать меня вот такими вот аппаратами для того, чтобы радовал вас и я. Да, радует меня, а я радую вас. Есть, поехали. Да. Ну, звук здесь мощный, я вам скажу, звук очень хороший. Так, давайте сразу же зайдем в галерею, зайдем в нашу карту памяти и посмотрим, что у нас здесь есть за музыка. Отвлекся на своего котика, который ко мне только что пришел. Так, ну и давайте включим какую-то мелодию. Ой, монетизация сейчас, конечно, уйдет. Ну дай бог с ней, поехали. Боковые кнопочки работают. Класс. Просто не телефон, а фантастика.
Ой, друзья, сразу такие воспоминания, сразу такая ностальгия. Вспоминается мой 2000, это был 10-й год, когда я ходил с этим телефоном. Понятно, уже там где-то пробивали сенсорные, все, но Nokia еще занимала свои ведущие позиции на рынке, выпускала 5228. И в этот момент мне подарили, ну не подарили, мне дали его попользоваться, потому что у меня мой телефон сломался. Мне дали Nokia 5310. И, друзья, ох, вот это я с ней ходил. Разъем 3,5 в телефоне, едешь в маршрутке, наслаждаешься звуком, музыкой, переключаешься на радио. Потом подключаешь это к каким-то колонкам, когда ты на какой-то с ребятами там вечеринке, на какой-то движухе. Блин, это настолько интересно было. Кайф. Так, следующий представитель, друзья, это у нас уже 5320. Если это был 5310, то это у нас 5320. Более продвинутое поколение. Ну, ничего, как говорится, сверх нового здесь не будет. Все тот же классный звук. Здесь, кстати, стерео звук. Но немножечко интересный корпус у нас, если так это обратить внимание, много каких-то дополнительных вот клавиш для менюшки, но телефон уже такой, знаете, что можно было, скажем так, 5310 на максималках. Вот так бы я это назвал. Давайте вставим вот это вот. Я всегда боялся вот этих вот откидных боковиночек, потому что летели они просто как зубы после уличной драки у драчунов. Есть, ладно, включаем. Есть, вибрация есть. До чего же приятная вибрация в этом телефоне. Nokia всегда вообще славилась своими качеством исполнения материалов. Задняя крышка, вот эта вот рифленая, пупырочки здесь есть. Блин, да как же оно класс. Это вот, знаете, вот держишь, да, и пальцем туда-сюда, туда-сюда. Антистресс, я вам скажу, еще тот. Так, есть. Что мы хотим? Что мы хотим? Что мы хотим? Мы хотим зайти в менюшечку, мы хотим зайти в галерею. Нет, мы не хотим зайти в галерею, мы хотим зайти в... А мы хотим, да, зайти в галерею. Музыка. Музыка громче, глаза закрыты, это нон-стоп. Ну, давайте еще раз этот включим ATP. Ну, здесь звук почетче. Да, друзья, вот это кайф. Вот это я понимаю, телефончики в свое время были. Каждый уникальный, интересен. Опа! Ну, это просто фишечка Nokia, вынесенный музыкальный плеер на торец. Класс. И давайте. Так, что мне надо достать? Мне надо достать карту памяти. И у нас впереди еще два телефона. Ну, два телефона, это мы уже их видели. Мы чисто посмотрим их внешне. Включать я их не буду. Ну, вот зараза вонючая. Иди сюда. Куда ж ты, как так? Ну, какого... Какой чепухи ты тут набралась? Есть. Так, тоже аккумулятор оставляем, потому что будем все это кидать на зарядку. Когда свет включат? А у вас тоже в вашем городе, да, свет выключают по 12-18 часов в сутки? У меня, да. Вот так вот и живем. Так, ладно, поехали дальше. Еще один представитель вот этой вот тройки. Знаете, как это, дед, сын, не, внук, дед и сын. Вот так вот. Nokia 5130 10. Не будем мы ее включать. Просто посмотрим, насколько она
классная. Ролик, кстати, про нее уже на канале. Предыдущие я снимал, поэтому можно насладиться. Ну и, друзья, один из моих любимейших телефонов. Просто мой сладенький бублик. Бусинка моя прекрасная, распрекрасная. Металлический, квадратненький, вкусненький пирожочек. Nokia 6300. Вот это кайф. Обожаю этот телефон. Так, что ты у меня просишь? А, ты хочешь... чтобы я достал твой аккумулятор. У этого телефона все прекрасно. Прекрасный дизайн. Прекрасный форм-фактор. Это классический телефон. Удобнейшее расположение кнопок. Но есть два огромных минуса. У этого телефона металлическая рамка, которая отлетает как... студент-дебил после первой сессии. И второе, это аккумулятор BL4C. Вот это беда. BL5C, цены бы ему не было. BL4C, ну такое. Ой, какой он интересный. Как мне он нравится, его нажатие. Я помню, когда я увидел впервые этот телефон, у моего друга Димы появился этот... аппарат в сером цвете. И это, знаете, такой человек. Из друга он превратился в статусного человека, когда я увидел у него впервые этот телефон. Потому что на то время, знаете, все-таки было разделение на музыкальные телефоны, на классические телефоны, звонилки, на более какие-то деловые аппараты. Ну, это было так. Сейчас бог пойми, какой у тебя телефон. Да, раньше все-таки телефон это был признак твоего статуса. И это было что-то интересное. Можно было какими-то фишечками выделяться. Сейчас ты можешь выделяться чем угодно, при этом не быть тем, кем ты хочешь себя позиционировать. Вот это грустно. Ну вот, друзья, вот такая вот петрушка. Nokia 6300. Красавица. Вот, честно говоря, из всего вот этого, все, что здесь есть, давайте я, наверное, вот так вот сейчас это сделаю. Вот. Самое интересное, вот, лично для меня, вот, вонючка я, ё-моё, вот так вот сделаю. Самое интересное для меня и всего, что здесь есть, это Nokia 3220, Nokia 6300 и 6620. Вот это телефоны, которые мне очень нравятся. Ну, а какие телефоны нравятся вам, напишите в комментариях. Мы, конечно же, дополнительно будем про каждый из этих телефонов делать ролики. Все эти ролики будут у меня на YouTube-канале, поэтому, ребятушки, от вас всего лишь требуется маленькая-маленькая капелька. Оставить комментарий, поставить лайк и просто быть подписанными на канал. Ну, а на этом у меня все. С вами был, как всегда, я, РТ. Всем, друзья, ностальгии. Всем пока. Пока.